Знакомьтесь, Валид Алёрини, главный исполнительный директор и член совета P2P Solutions Foundation. В 1995 году Валид Алёрини окончил университет имени короля Сауда, в котором получил степень бакалавра по информатике. Степень магистра информатики он получил в 2003 году. В 2015 году продолжил образование в университете Ридинг и стал обладателем степени доктора философии по системному проектированию. Валид получил отличные рекомендации с предыдущих мест работы, что помогло ему успешно присоединиться к новой команде. Коллеги Валида убедились в его превосходном аналитическом мышлении и технических знаниях, а также управленческом опыте. Доктор Валид является ведущим саудовским технологом, имеющим обширный опыт в области телекоммуникации и информационных технологий. Его экспертный потенциал охватывает разработку и внедрение сетей передачи речи и данных, а также безопасность информации и телекоммуникаций. Лично он уверен в силе новых технологий и рассматривает их как свое хобби. Благодаря яркой способности планировать и организовывать бизнес-функции P2PS, а также отличным техническим, коммуникативным и аналитическим навыкам мотивации членов команды для обеспечения высококачественной продукции, доктор Валид решительно настроен на то, чтобы система P2PS легко перешла на блокчейн.